Сегодня чрезвычайно востребована конструктивная роль дипломатии и дипломатов, которые умеют слушать, слышать, вести переговоры и находить компромиссы, помогают преодолеть сложности и разногласия в международных отношениях. В современном мире, раздираемом противоречиями, неутихающими военными конфликтами, торговыми войнами и санкциями, экстремизмом и нетерпимостью, другими беспрецедентными вызовами и угрозами, Беларусь целенаправленно и последовательно продвигает мирную и всеобъемлющую повестку дня. Мы искренне нацелены на обновление диалога по укреплению мер безопасности и сотрудничества в Евроатлантике и Евразии, на создание действенных механизмов партнерства между различными интеграционными объединениями, формирование благоприятного климата для торгового, экономического и инвестиционного взаимодействия. Надеемся на поддержку представляемых вами государств по этим и другим темам взаимного интереса.